И к другим темам. Наше будущее в их руках. Юные кулибины соревнуются в мастерстве. В области проходит региональный этап чемпионата Junior Skills. Ребята от 10 лет и старше показывают свои умения в робототехнике, электронике и инженерном дизайне. С какими задачами уже сейчас справляются школьники, узнаете из нашего сюжета. Они не просто болтают, обсуждают стратегию на будущее. С заданиями первого конкурсного дня Данил и Настя справились досрочно. И это неудивительно. Несмотря на возраст, за плечами ребят уже несколько проектов. Я делал систему автополива. И светофор совместно делаем. Светодиоды, резисторы, платы. Из одинакового для всех набора деталей каждой паре участников предстояло собрать несколько устройств в условиях ограниченного времени. А потом еще и программы для них написать, чтобы электроника справлялась с непростыми задачами. Устройства достаточно разнообразные. Это и управление светодиодами, и контроль температуры, и контроль освещенности, и оценка времени. То есть там очень широкий спектр. А здесь из стандартного конструктора собирали роботов. Внешний вид – фантазия авторов. Важно только, чтобы функции выполнял успешно. Те, кому уже исполнилось 14, решали сельскохозяйственную задачу. Их робот должен собирать урожай, сортировать его и отвозить на склад. Ребята из группы 10+ помогали с экологическими проблемами справляться. Нахождение зараженных объектов и перевозка их в защищенное место. То есть нужно еще также отсортировать эти объекты, расположить каждый зараженный объект в его боксе, который специально для него предназначен. Будущие дизайнеры усердно конструируют объемную модель ученического стола. Тоже задача не из легких, и это только первые шаги. Каждый конкурсный день будет ставить более сложные цели, чтобы звание лучших досталось действительно заслуженно. Юлия Абрамова, Антон Латышев, телеканал «Сейм».